На пересечении улиц Минская и Юлиуса Фучика столкнулись Deonexia и Лада 12 модели. Автоледи за рулем отечественного автомобиля предпочла покинуть место ДТП еще до приезда сотрудников автоинспекции. Ее разбитую машину обнаружили чуть позже во дворе близлежащих домов. Вскоре нашли и саму девушку. При проверке документов сотрудники ДПС почувствовали исходящий от нее запах спиртного. Алкотестер показал порядка 0,7 миллиграммов чистого алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. С высокой вероятностью девушке придется заплатить штраф, а также забыть о водительских правах на ближайшие годы. Ее машина уже была отправлена на штрафстоянку.